Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект провода прикуривателя от компании Кота, модель VD03361. Поставляются они в вот таком вот чехле. Внутри у нас находятся два провода. Плюсовой и минусовой. Длина двух проводов составляет 2,5 метра. Они идут спаренные, но в принципе можно их рассоединить при надобности. На каждом конце провода имеются крокодилы, имеют широкий ход. Крокодилы выполнены из металла с медным напылением. У нас провод идет сам медный. Диаметр его 8 мм. Обязательно при покупке нужно обращать внимание на то, как крепятся провода крокодилом, дабы исключить самопроизвольного отсоединения, и чтобы они нормально у вас работали. Провода идут морозостойкими, то есть можно использовать в холодную погоду их также. В принципе, что еще добавить? Ну, довольно-таки хорошие и надежные крокодилы здесь идут. Пропускная способность 400 ампер идет, то есть для среднестатистического аккумулятора более чем достаточно. Более подробные характеристики и стоимость данных проводов вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.